Ну и у нас речь шла о перемотке вот этой пленки до конца от 35 минут. Ну, 10 минут примерно до конца. То есть вполне себе он нормально разгоняется. То есть ожидаемых тобой проблем здесь нет. Ну вот, сейчас еще пусть промотает немножко. Сейчас еще остановлю. Ну, скажем, где-то вот сейчас 44 там минуты будет. 45 пусть будет, да? Остановлю. И опять стартуем. Если слышно, там на пленке какие-то прям как склеечки такие. Вроде лента такая слипшаяся была. Все, оно ее доматывает. Сейчас отмотаю 10 минут и промотаю до конца. Ну, не 10 минут. 48 было. То есть 38 сейчас пусть будет. С 38 стартуем. Вот отсюда. Пасеки, вот, как говорится, родные стоят. Ну, то есть проблем тех нет, которые были сразу. Перемотка назад, он вообще назад, он чуть лучше почему-то перематывает все пленки, или это под конец он на всех лентах затормаживается, может, потому что они больше в конце закатанные и слеженные, не знаю. Вот. Ну, вот эту пленку сейчас специально назад перемотаю ради интереса. Можно было засечь время, во сколько я нажал перемотку назад. Такая штука у меня есть хорошая. Правда, запыленная, но так что-то разглядывать очень хорошо. То есть здесь как бы вот таких вот липких мест на пленке нет, и оно ее мотает лучше. Катушка сама тарахтит, она тяжеленькая.
Ничего.